Всем привет! Мы снимаем распаковку вот таких вот пазликов детских Vigo Toys. Здесь написано на упаковочке, что от 12 месяцев. В описании на розетке, где мы купили, написано от 18 месяцев. Ну, в принципе, я думаю, и маленьким деткам подойдут такие пазлы. Вот в такой они упаковочке. Это называется как рамка-вкладыш, потому что видите, какой высоты эти пазлы. Вот сзади есть фото, так сказать, всех возможных вариантов изображений. У нас вот такие. Сейчас я распакую их и посмотрим без упаковочки. Вот как выглядят пазлы. Они идут. Вот еще на такой картоночке сами пазлики. Вот такие объемные. Тут, наверное, больше, чем 1,5 сантиметра высоту они. Деревянные. Вот есть гусеница, божья коровка, бабочка, стрекоза. Это кто, паучок? Наверное, паучок и пчелка. Пазлы эти называются насекомые. Набор. Сама рамка вот такая толстая, тоже деревянная. Вот видите, как сзади выглядит. Вот сейчас мы вытрусим все пазлы. Вот деревянная такая рамочка. И ребенок сюда будет вкладывать вот эти пальтики. Яркая краска. Надеюсь, что она не сотрется. Сами вот эти пазлы обработаны хорошо. Никаких заусенец я не вижу. Так что ребенок, по крайней мере, пораниться точно не сможет. Вот. И вот еще пчелка. Для маленьких деток очень интересная задумка. Все есть для того, чтобы играть. Можно их даже грызть, наверное. Так что рекомендуем к покупке. Можно покупать еще и другие наборы этого производителя. Всем спасибо за внимание.